Ускоренные курсы поваров и официантов можно будет пройти на базе колледжа сервиса и дизайна в ГУЭС во Владивостоке. Сегодня в колледже можно получить специальности технология продукции общественного питания, поварское и кондитерское дело. Готовые специалисты будут трудоустроены в ведущих ресторанах города и края. У нас в крае более, только в Владивостоке более 700 точек общественного питания. В крае, я думаю, что их около, наверное, 2500. И в целом это более 15 тысяч поваров. Поэтому необходимо им проводить переаттестацию, необходимо готовить ребят, которые придут в систему общественного питания края, с тем, чтобы они здесь были подготовлены, понимали, что нужно делать. Олег Кожемяка заявил, что колледж сервиса и дизайна в ГУЭС будет базовым для подготовки поваров, технологов и официантов. Сейчас потребность в таких кадрах для туристической отрасли и предприятий общественного питания большая. Олегу Кожемяка представили программы развития гастрономической культуры в Приморском крае, рассчитанные до 2026 года. Совместная работа регионального правительства в ГУЭС и ведущих рестораторов позволит обучать, выпускать квалифицированные кадры, гарантировать им рабочие места. Из краевого бюджета компаниям будет предусмотрена субсидия на обучение школьников. Здесь сейчас будет готовиться программа таких быстрых побед, годовые курсы подготовки поваров, где ребята уже после 11 класса или просто могут прийти, получить специальность по специализациям, там восточная кухня, кавказская кухня, русская кухня, европейская, в зависимости, какая востребованность есть у гостей, в общепитах. Вот, то есть и далее, пройдя здесь обучение, пройдя практику, вот, выйти уже с квалификацией повара, приступить к работе, получать достойную заработную плату. Также губернатор Приморья предложил вернуть систему разрядов для поваров и официантов. И к этим категориям, так называемым разрядам, нужно возвращаться. С тем, чтобы уровень квалификации и ставка по разряду соответствовала его умению. За 7 лет программа позволит подготовить 375 специалистов. Лучшие повара проведут им мастер-классы. Первые выпускники будут трудоустроены уже в 2021 году. Добавим, на сегодняшний день в ГУЭС является региональной площадкой по стандартам WorldSkills Russia компетенции «Поварское дело». Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов. Новости на Восьмом.